сегодня фикс прайс. Смотрите, сразу новинка. Сливная крышка дуршлаг для кастрюли. Интересно. Вот такая розовая. Сделана в России. Материал полипропилен. В июле изготовлены 2017 года. А еще есть зелененькие. Сервировочная салфетка 26 на 41. Такая вот. А вот какая красивая. И такие 25-50. В этом магазине емкость для специй еще есть в красном цвете. До этого я снимала, были зеленые и белые. А здесь еще и красненькие. Кто не видел, емкость для специй 25-50. Смотрите, какие веники для уборки. 99 рублей. Пластиковые 62 сантиметра. Полотенце вафельное. Таким ярким цветком. Кухонное 45 на 60. Состав 100% хлопок. Прям хоть в раму вставляй. Прям шедевры, картины. 51 рубль. Полотенце пляжное. 140 на 70. 99 рублей. Такое в рубчик. И в такую клеточку. Знаете, все липнет к этим полотенцам. Все липнет. Смотрите. 60% полиэстер, 25% вискоза и 15% полиамид. Не знаю, если даже с чем-то постирать, то потом, мне кажется, будет просто ужас. Опять нам привезли игровые наборы, мороженое, сладкий десерт. И такие наборы, маленький повар. Деревянная башня, 48 блоков, 199 рублей. Простая, увлекательная игра для всей семьи. Тетрадь на кольцах, 80 листов, А5. Фиолетовые, синие. Такие. Париж. Эти блокноты с пайетками. Ну, такие, не такие уже яркие. Раньше они были намного ярче. 99 рублей. Уже лежат в каждом магазине. Трикотаж. Смотрите, какие трусы. Трусы мужские. Боксеры. Размер 46-48. Смотрите, какие нежные. А на ощупь мягкие-мягкие. С такой красной резиночкой, с голубой. С серой резинкой. Стоимость 99 рублей. Такие же черные. Это уже 52-54. Состав и белых, и черных 95 хлопок, 5 эластан. Смотрите, есть тоже с голубой резиночкой. И есть серый. Но серый на ощупь больше к хлопчатобумажному, чем вот этот вот черный.
Черный самый такой не очень. А составы везде одинаковые пишут. К большим размерам 54-56, как всегда, незрачные. С ананасами есть. И такие. Опять не очень расцветки. Корней Чуковский. 8 загадок. Вот такие книги детские. Смотрите, какие яркие. А вот малышам животные России. Тоже интересные. А вот Златовласка. Смотрите, какая книга сделана в виде цветочка. Тоже очень интересная. Кто родился из яйца? И еще очень-очень много. 55 рублей. Бумажные салфетки. 300 штук. Мягкая, нежная, дышащая текстура. Хорошо впитывают влагу. 100% целлюлоза. Самая лучшая цена. 55 рублей. 300 листов. 24 сантиметра. Они все белые. И такие салфетки. Один слой. 24 на 24. 250 листов. 55 рублей. Вот за эту упаковку. То же самое. Только там почему-то лучшая цена. А здесь то же самое. 55 рублей. Такие салфетки. С маками и с лилией. 200 штук, один слой, 55 рублей. 200 листов. Бумажные полотенца Макси Рулон. Экстра впитываемость, супер прочность. Два слоя, один рулон, 77 рублей. Крем-пяточная шпора для стоп. Снимает напряжение, устраняет дискомфорт, смягчает кожу при пяточной шпоре. ₽51. Крем-мочевина для ног. Смягчает, защищает, увлажняет. При натоптышах, мозолях и трещинах. 3 в 1. 75 миллиграмм. ₽51. Крем для ног дезодорирующий. Каштан конский, арника и хмель для уставших ног. 77 рублей. 100 миллилитров. Смотрите, какие пришли лаки. Гель-лак разных расцветок. Серый мне нравится. Такой надо, наверное, взять. Такой яркий. Ну и все, наверное, еще синий. Красивый шар, да? Такие
совсем летние, яркие бывают, светлые. Разные цвета. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте про колокольчик. Пишите комментарии. Вам не трудно, а мне приятно. Пока-пока. Все, приобрела я этот лак. Стоимость лака 51 рубль.